Всем привет! И мы сейчас будем вам показывать продуктовые покупки, соответственно, из гипермаркета Лента. Продуктовые покупки. Итак, смотрим. Первое, что мы вам показываем, номер один в России, между прочим, также. Это Махеев джем персик манго. Один. И второй это клубничный. И третий тоже персик манго. Два вот таких, да, одинаковых мы взяли. Ну, поскольку стоили дешево, 49 рублей. 49, да. Обычно это 89 приблизительно, да, стоимость такая бывает. Вообще, вкус интересный, да. Персик манго, это интересно. Не видела еще такого. Я не видела. Что-то новенькое. Да. Попробуем. Следующее, это Эпика. Йогурт шли тоже по скидке. Мы такой первый раз видим. Ну, я не первый раз, пожалуй, вижу. Нет, но по скидке, да, обратила внимание. Йогурт, натуральный состав, кокос, ваниль. Много белка. Ну, это хороший, качественный йогурт, да, как можно догадаться. Там почти весь был разобран, и мы две последние забрали. Так, и смотрите, значит, ну, два одинаковых, опять же, вот взято, да, с кокосом и ванилью. Второй, здесь, кстати, видите, даже килокалории написано, здесь 130, а там 120. По 37 рублей. Ну, это очень выгодно, согласитесь, с учетом того, что это хорошее качество, натуральный состав, красный апельсин. Ну, грейпфрут, грубо говоря. Вот такой вот тоже йогурт. Что у нас еще из молочки? Оп. Ну, давайте вот этот покажу. Мегли или Мегл, не знаю. Бланш, крем-бланш, мягкий сыр с травами. Ну, это что-то наподобие... как он называется, уже забыла, ну, неважно, вы поняли, да, о чем речь, что-то наподобие того самого. Того самого? Ну, я не знаю, но стоило... 70 рублей. Ну, да. 68. Ну, в общем-то, не дешево, хотя это шло по скидке. Ну, решила взять, в этот раз попробовать. Дальше сметана простоквашина 20%. 54. Отлично. Что у нас еще из молочки? Так, сырок. Да, решили мы вот так вот дружбу сыробогатовскую взять. Ну, я показывала еще непосредственно в гипермаркете, да. Шел по скидке, ну, 100 рублей, 100 короче. 100 рублей. Грубо говоря. Сыробогатов – это вот это дружба. Там дружба, да. Был и янтарь. А, янтарь. Второй, да. Ага. А я-то думала, чем они отличаются. Ну, не знаю. Не заметила, я думала, они оба дружат. Да. Ну, ладно. Так, что еще из молочки? Наверное, все. Ну, почему? А, ну да, да, вот всякие это вот эти напитки, я просто молочное. К напиткам не присматривалась, да. Но это вот... Ну, вот кефиры мои основные, два, по сорокету, да. Угу. Два таких кефирчика. Так, что еще там давай? Молоко Ленина тоже. Ну да, два. Которое не текло, да? Да, мы, ну, причем, заметим, в этот раз оно наливало прям до краев, там миллиметра даже не было. Ну, это мы показывали непосредственно в гипермаркете, да, я показала. Да, как бы, кто не видел. То есть, ну, кто не видел, пусть посмотрит. Как это было? Пришлось капитально отпивать оттуда. 60 рублей, кстати, в Ленте стоит. А в Ашане, по-моему, сколько же? В Ашане, по-моему, подороже. Ну, 65, я не буду сравнивать сейчас. А, мы одну взяли или две? Две бутылки мы взяли, взяли вот этого молока, да, молока, вторая там вон в пакете завернута, но это не важно. И вот такой я мажитель взял, решил попробовать, потому что новинка, да, типа а-ля пиноколада, апельсин, кокос там или что. Что-то. Мультифрукт написано. Просто мультифрукт. С соком мультифрукт. И все. Нарисован кокос и апельсин, а так с соком мультифрукт. Не более того. Вот такие дела. Все очень нужно. Сейчас я скажу, сколько. А, вот же, смотрите, что она купила. 60 рублей он стоит. Вот что она купила, оно уже начинает таять что-то. Что-то тает, что-то не тает. Столько там этих сырков, меня порадовало. Вот взяла вот такой попробовать. Это какой? А, ну, балком, что ли. Балком мы что-то когда-то брали. 35 рублей. Это корова и стрелочка, видите? Окей. Это сырок, это корова, чтобы мы знали, где что, да? Такой один взяла, по-моему, или два. Два. А, нет, два. Два. Так, дальше. Такой вот, давно не брала, сырок глазированный, вкус бисквит. Ну, то есть здесь печенье. По 22,5. Ну, так и они, да. Кстати, подорожали сильно. Раньше, мне кажется, они подешевле были. Так, два и три. Дима тоже любит. Также я взяла с любимым своим кокосом. Все, что связано с кокосом, будь то косметика, будь то еда, будь то напитки, для меня это просто эйфория. Ну, вот такой вот, да, Светлогорье. Ну, то есть 25, да, ну, нормально. 45 грамм тут.
Так, лентошный решил в этот раз попробовать сырок. С печеньем тоже. Клубничным наполнительным, творожным, глазированным. А эти по 27. Угу. Там 26 копейками. 26,99. Ну вот, да, понятно. Вот тоже. Сколько тут? Что у меня? А, вот еще Светлана говорит с кокосом. И еще я взяла сырок с кокосом. Такой же вот от ленты. Интересно. Все вроде. Все вам. Весь пакет вам показала, да. Все содержимое его. Так, убираем в сторону. Идем дальше. Ну, давайте покажем сладости. Давайте. Вот это вот пусть Рома расскажет, потому что это не вот. Но это надо читать. Пикур. Чего читать? Я думал, там перекур написано. Чего читать? Ну, что это такое? Я же не помню, с чем они. Печеньки. Они что, еще с чем-то? По-моему, обычные какие-то шоколадные печенья, просто на них рисунок и все. Стоили они 130 рублей. Ну, там посмотри. По составу сейчас я прочитаю, что это. Здесь у нас мука пшеничная высшего сорта, маргарин, эмульгаторы, эфиры, полиглицерины. С ароматом риса сливочным. Ароматизаторы всякие, консерванты. Ну, короче, да нафига шляпа. Ты читаешь этот составчик? В общем, шляпа, да. Так, еще мы взяли в этот раз сметанник. И он был прям горяченький, когда мы его взяли. Так, 161 рубль всего-навсего, прикиньте. Ну, вообще дешево. А вот тортиков, к сожалению, никаких интересных не было. Ну, вот зато сметанник, ну, на вид достаточно приятный. Будем пробовать так, конечно, сказать, что либо пока однозначно мы вообще ничего не можем, потому что ни разу не пробовали абсолютно. Так, сейчас вот я еще. Ну, ты готовь там, что там следующее. Берлинская решила взять, попробовать вот такой у них там, ну, в отдельной, да, упаковке. О, на звоночке, секундочку. Так вот оно выглядит. Интересно, да, как будто что-то апельсиновое сверху. Но люблю я иногда такое поесть, поэтому решила взять 52 рубля. Вот. Так, что еще из сладкого? Так, Димон уже тофи взяла. Да, Димон любит тофи, 99 рублей он еще там стоил. Цельный лесной орех, это немецкое качество, да, произведено в Германии, туда-сюда. Ну, в общем, тофи, да, это классные. Конфеты такие так, приятные. Сладкую, по-моему. Может, еще по пути что-то. А, вот, вот, ну, во-первых, да. Выпечка, да, да, то выпечка есть вот взяли вот этот. Ну, мы тогда брали, помните, как-то. Ну, по-моему, это не, она по-другому выглядела раньше. Да так же оно выглядело тут. Да тут нет, значит, оно, три начинки. Оно ну, может, чуть. Да, господи, какая разница. Ну, Сдоба сладкое трио. Вот. Трио такое. Здесь, вы знаете, очень вкусная штучка. То есть, если вы любите Сдобу, то мы вам однозначно рекомендуем. Чипсы взяли, они шли по скидке, да? 50 рублей они были. Угу. Паприка. Это такие хорошие марка Лоренц. А, они кукурузные, да, по-моему? Кукурузные же? Нет. А какие? Я думала, они кукурузные. Ну ладно, я. По-моему, они кукурузные, слушай. А может и нет. Да. Ну ладно. В общем, Naturals с чесноком и зеленью вторые, да, вот такие взяли. Будем. Трескать. Ну, собственно, да. Что дальше? Давай уж. Знаете, колбаску. А, ну да, давайте колбаску. Подавай, колбаску, она такая огромная. Колбасочку огромную. Вот, смотрите, как у него отразили. Я шла по скидке. Мясницкий ряд, колбаса докторская, вареная. Вот она, огромная, в синюге. Стоила в этот раз по нормальной стоимости. Такую хорошую. Она нам обошлась 600 рублей. А, ну такой кусок, да. Ну, здесь это полтора кило. Там слушайте, все это выгодно, да, полтора кило. Да, наверное, нам ее съесть, она огромная такая. Съедим. Куда денемся, съедим. Ну вот, в общем, Прованс я взяла, да, в очередной раз. Люблю я его. Так, чтобы он тут весь распаковался, потому что тут уже кое-что пролилось. И поэтому здесь промокло. Так, 37,99, да. Вот. Взяла у нас хлебушком. Люблю его. Люблю. Так, из кулинарии. Вторая колбаса. Показывай. Вот, мы взяли вот такую микояновскую кремлевскую. Она нам обошлась вообще в копейки, она нам обошлась в 213 рублей. Ну да, довольно дешево. Ну хорошо. Так, из кулинарии такой вот мясной. Мы там взяли шарики куриные с тыквой. Я очень захотела, смотрите, здесь что-то плевался, зелень там, да, есть, и тыковка, ну, то есть очень. Мясо куриное, тыква, лук репчатый. А самое главное, всего лишь 125 рублей, представляете, вышло нам на, сколько тут грамм, не вижу что-то. Полкило.
Ну, 216. Нормально. Да, да. Ну, вот нормально. А где еще у нас тут? Еще кое-что у нас есть. Ну, у меня что-то почему-то не видно. Мы взяли тилапию. Нет, вот ну давайте, тилапия. Мы ее покупали. Лента, тилапия мороженое. 230 рублей она. Мы покупали ее уже. Я тогда пожарила, прям с корочкой такая вкусняшка получилась. Прям супер. Следующее, да, что мы взяли, это... Так. Сколько пакетов? 161 рубль, да, ну дайте килограмм. Килограмм 254 рубля. В общем, это шницель по-министерски. Так, состав: цыпленок, филе, хлеб пшеничный, яйцо. Перед употреблением довести до готовности. Ну, это логично, тут у нас 6 или 7 кусков. Я вот не знаю точно, я сказала 6-7. Сколько нам положили, точно я не знаю. Сейчас я буду вести одна, потому что Рома должен отойти по делам. Так что продолжаем уже без Ромы. Это будет не так просто, особенно сейчас такая тема пойдет. Ну да ладно. В общем, смотрите, Роман набрал Рома с говядиной. Два взял с грибами. Ну, с грибами, кстати, наверное, неплохая тема. И вот еще один с говядиной. Ну так, набрал, в общем, набрал. Следующее, что он приобрел, это Егорьевская фабрика колбасно-гастрономическая. Вот он любит же эту марку Егорьевскую. Ну, она действительно хорошая. Паштет из печени мясной. Будем пробовать. Такой мы, по-моему, еще ни разу не брали. В этом случае я не помню. Соус кальве. Австрийский барбекю соус. Шли тоже они под скидки, эти соусы. Копченый перец, перец чили. Идеально к мясу. Так, вот такой взяли. И второй мы выбрали... Вот такой американский бургер соус. Ну, на самом деле, ты Рома выбирал, ну, я вот за. Сладкая паприка. Идеально к котлеткам. Ой, какая мрелесть. Котлеткам идеально. Мы, кстати, в этот раз фарш не стали что-то брать. Не знаю, мне там не сильно, наверное, нравится. Так, следующее. Взяли, попробовали. Вот 23, по-моему, рубля стоит. Ну, чек покажу, посмотрите. 365 дней, круглый год, отличная цена. Попкорн со вкусом сыра. Вот, таких мы 4 штучки взяли. Попробуем. Ну, а кто пробует, пишите, как вам. Будем, так сказать, знать заранее. Так. Что еще у меня тут не показано? Ну, по-моему, остался только алкоголь. Алкоголь, козел. Так, Рома взял таких три бутылочки. Так, дальше взяли вот такой гараж имбирный, да, вот что-то новое, какой-то новый вкус. Угу. Так, дальше следующее вот такое пивко, это Шёфельхофе с грейпфрутом. Что тоже, наверное, какая-то новинка, стоит довольно дорого, 89 рублей. Так, вот. Следующее приобретение, да, кстати, я там вижу еще кое-что продуктовое. Следующее приобретение, это вот такая вот вещица, называется она Jägermeister. Такое название немецкое, то есть это немецкий напиток. И он, мне писали, да, когда я его показывала в Ашане, вот, Jägermeister, если с русским акцентом, создан по секретному рецепту, в основе которого экстракт из 56 натуральных ингредиентов, выдержанный в дубовых бочках. Употребляет сильно охлажденным. Интересно, хорошо, что я это прочла. Сильно охлажденным, интересненько. Вот так вот, да, то есть вот этот напиток, он очень полезный. Стоил он 720, по-моему, рублей. Ну так вот, да. 720 рублей, ну, нормальная, выгодная цена была, но такой полезный, как оказывается, напиток. То есть мы даже не знали, когда снимали в Ашане, а вот он полезный. Так, далее винцо. Вот такое вино взяли. Как оно? Бакале. Летнее крымское вино. Ах, оно крымское. Блин. Ну ладно. Не знаю. Может и вкусненькое будет. Вполне может быть. Ну, бутылка такая забавная, да? Вот, стоимость опять же в чеке. Так, дальше. Это уже последнее, видимо, ну, во всяком случае, так, я не наблюдаю. Нет, там что-то еще валяется, по-моему, погодите секунду. А, нет, это Махеев, я вам уже показывала. Так, в общем, Рома взял от Ленты вот эти вот оливки, зеленые с лососем. Вот. Они, кстати, оказались довольно-таки вкусными, так что однозначно рекомендуем. Ну что ж, на этом ролик вот будет сейчас заканчиваться.
Спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк, если ролик понравился, был полезен и интересен. А также подписывайтесь на следующие ролики. И прежде чем попрощаться, давайте я вам покажу чек. Смотрим. Смотрим, где надо, ставим паузу. Итого сумма 3972 рубля. Но здесь еще нету ягермастера, потому что Рома брал отдельно на отдельную сумму. Поэтому я не знаю, где это второй чек. В общем, такие, ребят, дела. Так, что это такое? Ваша персональная цена при следующей покупке 134,99. Что это такое? Не знаю, наверное, это какая-то скидка. А, чай Липтон 100 пакетиков в ассортименте. Ага, ага. Как интересно, здорово, вот так вот, вот. Повезло, наверное, очень. Ну, хотя, да, с учетом того, что я Липтон люблю. Ну вот, на этом ролик точно заканчивается. Желаю вам всего самого прекрасного, замечательного. Покупайте только самое вкусное, самое прикольное, самое интересное и приятное для вас. Всех люблю, целую, всем до встречи и пока.